Господи, вы меня напугали. Здравствуйте, товарищ майор. Меня зовут Полина. Вы, наверное, хотите знать, чем мы тут занимаемся? Я расскажу. Мы находимся на одном из самых засекреченных объектов России. Официально он называется Центр экстремальной медицины. Наше правительство всегда было заинтересовано в создании и подготовке бойцов с идеальными боевыми характеристиками. Так, в начале 80-х группа военных ученых начала работать над проектом КРОТ. Эту группу возглавлял мой отец. Лаборатория КРОТ-1 просуществовала всего несколько лет, и виной тому стал неудачный эксперимент. Лаборатория была заражена, и командование приняло решение о ее полной консервации вместе с персоналом. Но несмотря на это, проект не был закрыт, и работы по его развитию продолжились в новых лабораториях КРОТ-2 и КРОТ-3. Мы пошли другим путем и используем новейшие достижения генной инженерии. Все эти эксперименты с вирусами и мутациями в прошлом. Мне страшно подумать, какие ужасные мутации произошли за 20 лет с персоналом законсервированной лаборатории. Вы были в старой лаборатории без защитного костюма, поэтому велика опасность попадания в ваши легкие ядовитого осадка. Чтобы выяснить, насколько чисты ваши легкие, мне нужно сделать рентгеновский снимок вашей грудной клетки. Это очень важно. Следуйте за мной. Я всегда хотела походить на моего отца, поэтому тоже стала заниматься наукой. Внимание всем! Нас атаковали у центрального входа в лаборатории КРОТ-3. Нужна поддержка. Я проведу ваше обследование позже. Вам нужно идти. Это профессор Пирогов. Видите, что там происходит наших клонов? Я не понимаю, что происходит. Повторяю. Внимание! Внимание!
нужно срочно попасть в зал и устранить источник сигнала. Иначе нам не остановить эту опасную паранойю. Будьте осторожны. Ты слышал, майор? Мы должны вернуться в заброшенную лабораторию и найти источник сигнала. Давай снова используем этот лифт. Проверить все помещения под лабораторией. Если верить плану, нам сюда. Я открою эту дверь.